Кроме этого, вот сегодня с Петром Анатольевичем мы обсудили вопрос привлечения дополнительных кадров для работы данного предприятия, потому что, ну, к сожалению, дефицит кадров испытывается достаточно серьезный. И в планах строительства целого микрорайона в Киржайском районе для привлечения кадров именно на это предприятие, а может быть и на другие предприятия Кольчугинского, Александровского, Петушинского, ну и, возможно, Киржайского районов. На сегодняшний день государство предлагает достаточно широкий спектр форм поддержки, но основные программы проходят по линии Министерства промышленности и торговли и Минэкономразвития. В общем-то, мы работаем и с тем, и с другим ведомством, во многом благодаря как раз поддержке, то, что нам оказывает Владимирская область, ЗАГС собрание. И в планах привлечения новых программ для развития своих проектов, производственных, ну, в общем-то, и социальных.